Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A51. И в этом видеоролике мы вам покажем, как добавить ряд цифр в клавиатуру этого телефона. То есть, смотрите, если я сейчас открою клавиатуру в любом приложении, я вижу, что у меня в верхней части приложения есть здесь ряд цифр. Мы сейчас покажем вам, как его сюда добавить, или наоборот, как убрать отсюда ряд цифр. Для этого открывайте клавиатуру в любом удобном для нас приложении, как я, к примеру, в настройках или вообще без разницы где. Дальше в верхней части клавиатуры ищем шестеренку. Вот тут вот она находится, в крайнем случае нажимаете на три точки, там ее находите. Если у вас там нету никакой шестеренки, сперва нажмите вот тут вот слева на стрелочку, после чего она появляется. Дальше мы листаем немножечко вниз до пункта «Макет» и нажимаем на него, где видим пункт «Числовые клавиши». Мы можем здесь убрать или включить их, поставив здесь галочку. Я оставлю себе включенными, так как довольно-таки удобная функция. На этом будем заканчивать. Больше видео об этом телефоне ищите у нас на канале. У нас есть разные тесты с ним. Топ-фишек, всякие секретные функции. Уверен, вам понравится. Всего хорошего и пока!